Здравствуйте, это новости 24 на телеканале ННТ. Меня зовут Хадижа Курбанова, и мы все так же работаем в дистанционном формате. И вот какие новости мы подготовили для вас сегодня. Гумбетовский район просит помощи у меценатов. Глава муниципалитета Хаджимурат Магомедов накануне обратился с просьбой к состоятельным землякам-выходцам из района оказать возможную помощь медучреждениям, которые испытывают в эти дни огромную нагрузку. Магомедов в своем обращении сделал акцент на нехватке койко-мест, а также рассказал о недостатке медикаментов. По его словам, врачей сегодня необходимо поддержать всеми руками. Тем временем дагестанские единороссы пожертвуют свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом на совещании фракции парламентской партии заявил спикер Народного собрания Республики Хизри Шахсаидов. Деньги поступят в фонд, который был создан по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева. Средства будут направлены на закупку противочумных костюмов для медперсонала. Кроме того, один из депутатов готов предоставить гостиницу для размещения и лечения больных COVID-19. А некоторые парламентарии заявили о готовности предоставить свои медучреждения для борьбы с пандемией. Муфтия Дагестана передал Центральной больнице Бабаюртовского района жизненно необходимый пациентам кислородный концентратор. Первый заместитель муфтия лично посетил для этого больницу. Он встретился с главврачом и медперсоналом учреждения. В беседе с врачами богослов выразил благодарность за их героический труд, выдержку и стойкость. Рискуя своей жизнью, сегодня находитесь вот в таком сложной ситуации, но тем не менее, несмотря на это, вы спасаете жизни людей. За это вам огромное баракалла. Мы все духовенство, все имамы всегда, особенно вот в эти дни, мы делаем дуа за всех врачей, за всех наших братьев и сестер. Все, что нужно, мы по тем сборам, которые фонд Инсан объявил, мы заказали. То, что пришло, сразу доставили. Также у нас, как я ранее говорил, и лекарства, и спецформа тоже едет. Их тоже доставим к вам. Все, что от нас зависит, что будем делать, будем рядом. Главное, себя берегите, родных и близких. Спасибо, тоже себя берегите. Вам тоже большое баракалла за такую помощь. Конечно, нам надо сплотиться в такое время. И как-нибудь справимся, иншаллах. В рамках рабочей поездки представители муфтията также обошли поселковые магазины, в которых погасили долги за продукты питания первой необходимости, которые возникли у семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии. Вечером волонтеры благотворительного фонда «Инсан» организовали для медработников ифтар, накормив всех горячим пловом. Медперсоналу стационаров, где лечатся больные с пневмонией, назначат стимулирующие выплаты. Постановление подписано председателем правительства республики Артемом Сдуновым. По данным документа, медработники, оказывающие помощь больным пневмонией, приравнены к специалистам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией. Денежные выплаты произведут из республиканского бюджета в размере 40 тысяч рублей врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием, среднему медицинскому персоналу 30 тысяч рублей, младшему медперсоналу и иным работникам 20 тысяч рублей. Отметим, что на сегодняшний день точное количество больных пневмонией в стационарах региона неизвестно. По информации газеты «Молодежь Дагестана», их общее количество уже может превышать 15 тысяч человек. Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом нам сообщил друг известного тренера, судья олимпийской категории Убайдулла Османов. По его словам, в столицу России Нурмагомедова-старшего доставили спецбортом. Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов неделю назад был госпитализирован во вторую городскую больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. У него, я с ним когда говорил, все нормально было, одно лекарство надо было найти. Это тоже нашли. Потом через 3 дня я с ним говорил. Сказал, все хорошо, сейчас на поправку иду, говорит. Второй городской был он. И 2 дня назад мне звонит это, его жене брат. Вот так, говорит, что-то плохо стало, спецспортом в Москву отправили. У него сердце, вот это сердце проблема. В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в маленьких кафе и жилых зданиях. Документ был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов. Отмечается, что в документе говорится о заведениях, площадь которых составляет менее 20 квадратных метров. Уточняется, что властям региона предоставляется право вводить дополнительные ограничения, которые увеличивают минимально возможную площадь таких кафе.
Вам большое спасибо. Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате. Заявку для шествия в виртуальных рядах оставили уже 410 тысяч россиян. Отметим, для проведения онлайн-шествия необходимо зарегистрироваться на портале «Бессмертный полк России», заполнить анкету и загрузить фотографии ветеранов. В дагестанском отделении штаба «Бессмертного полка» сообщают, что регистрация идет активно, особенно среди школьников, желающих рассказать всему миру о своих предках, героях Великой Отечественной войны. Напомним, онлайн-трансляция в виде слайдов с фотографиями героев пройдет 9 мая на телеканале «Россия-24» и в онлайн-кинотеатре, работающем с любого мобильного девайса. С начала режима самоизоляции благотворительный фонд «Инсан» продолжает обеспечивать малоимущие семьи необходимыми продуктами. На сегодня организация уже распределила 170 тонн продуктовой помощи. В настоящее время фасуются коробки добра из очередной партии. Скоро они отправятся в дома подопечных фонда, оставшихся без средств к существованию. Еще 5000 семей будут обеспечены продуктами первой необходимости, сообщили пресс-службе фонда. История о войне из первых уст. В Дагестане вышел мини-фильм «Письма с фронта», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это авторский проект журналиста Малики Курбановой, реализованный совместно с сотрудниками Национального музея имени Тахагоди. Представляем вашему вниманию отрывки из фильма. Солдаты писали на клочках бумаги, тетрадных листах, обрывках ткани. В годы войны использовали любую возможность, чтобы передать весточку с фронта. Огромное количество реальных историй. Хранятся они десятилетиями на пожелтевших треугольниках. Кропотливо собирались на протяжении нескольких месяцев. Каждое письмо, каждая строчка насыщена любовью и трепетом. В преддверии 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне наши коллеги бережно изымали из архива письма советских солдат, расшифровывали их, возрождая лица, характеры, чувства той кровавой войны, раскрывая сердца молодых солдат и опытных офицеров, суровых мужчин, передающих бумаги свои откровения и боль разлуки. В фильме представлено множество историй и писем. Мы расскажем о судьбе самого юного из представленных солдат. Это Гарун Ахундов. Учился в школе номер 1 Махачкалы. На фронт ушел добровольцем, будучи учеником 10 класса. Погиб в 1942 году. Последнее письмо написано родителям. Здравствуйте, дорогие мама и Митхат. Извините, что долго не писал. Не было времени. 3 числа сего месяца участвовал в боях, был на передовой линии. 4 на рассвете был бой, в котором ранены Спиранский Вовка и Сенин Толик. Ранены легко. Мы с Павликом живы-здоровы. Сейчас находимся на отдыхе в одной деревушке. Самочувствие хорошее. Чернила закончились, приходится дописывать карандашом. Ну пока. Привет всем родственникам и знакомым. Целую, Гарун. Долгие месяцы работы, представленные на первой полосе газеты «Дагестанская правда». На этих страницах фотографии героев, уникальные документы и реальные послания с фронта. Патиман Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. Всего вам доброго, сидите дома и не болейте.